Здравствуйте! Сегодня, согласно вашим заявкам, мы начинаем с вами вязание жакета болеро. Вяжем полочку. Вот я одну связала. Нам осталось связать вторую в зеркальном отображении. Вяжем крючком номер 3,5. Я в работе использую семеновскую пряжу Ольга. Метраж 392 метра. Состав половина шерсти, половина акрила. Итак, приступаем. Набираем крючком 11 воздушных петель. Дальше вяжем 8 воздушных петель. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 11-ю петлю воздушную набора мы провязываем столбик без накида. Столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид. Внизу отсчитываем 2 воздушные петли. 1, 2. В третью воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом. И в следующую воздушную петлю провязываем следующий столбик с одним накидом. Вот у нас 2 столбика с одним накидом. Дальше опять провязываем 3 воздушные петли. Отсчитываем 1, 2. Третью воздушную петлю провязываем столбик без накида. И опять 1, 2, 3. 3 воздушные петли. Отсчитываем 1, 2. И в третью воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом. Вот наш первый ряд. Он должен быть равен 5 сантиметрам. Второй ряд. 1 воздушная петля. Поворачиваем работу. Столбик с накидом провязываем столбик без накида. Дальше 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязываем столбик с накидом предыдущего ряда, столбик без накида. 1. И в следующий столбик с одним накидом провязываем столбик без накида. 2. Опять 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Четвертую воздушную петлю нашей цепочки 1, 2, 3, 4 провязываем столбик без накида. Можете провязывать воздушную петлю, можете провязывать просто
под цепочку. Раз столбик с накидом, без накида, два столбик без накида. Вот это мы провязали второй ряд. Третий ряд. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поворачиваем работу. Делаем накид. И вот в эти два наших столбика без накида провязываем столбики с накидом. Раз, столбик с накидом. И во второй столбик без накида провязываем два, столбик с накидом. Вот мы провязали два столбика с одним накидом. Продолжаем. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Под цепочку предыдущего ряда посередине подхватываем и провязываем столбик без накида. Дальше опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. 2 столбика без накида предыдущего ряда провязываем. 1 столбик с накидом. И 2 столбик с одним накидом. Опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Под середину цепочки, под нашу цепочку предыдущего ряда провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид. И вот в эту нашу воздушную петлю, которую мы провязали, вот в нее мы провязываем столбик с одним накидом. Вот наш третий ряд. Дальше опять 1 воздушная петля. Поворачиваем работу и столбик без накида. Столбик с накидом предыдущего ряда. Четвертый ряд. 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Опять наши столбики с одним накидом провязываем столбики без накида. Раз. Два. Вот. Дальше 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова наши 2 столбика с одним накидом провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Шесть воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На крючок делаем 2 накида. Провязываем опять или в воздушную петлю, или по цепочку. Ну, давайте провяжем воздушную петлю. 1, 2, 3, 4.
провязываем столбик с двумя накидами. Раз, два, три. Вот так плавно мы увеличиваем нашу булочку. Пятый ряд. 7 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поворачиваем работу. Накид. Столбик с двумя накидами. Вот последний. Мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Раз столбик с одним накидом. 2 столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Раз, два, три. Под цепочку предыдущего ряда провязываем под нее столбик без накида. 3 воздушные петли. Раз, два, три. В столбик без накида провязываем 1 столбик с накидом. Во второй столбик без накида провязываем 2 столбик с накидом. Вот что у нас получается. И опять 3 воздушные петли. Раз, два, три. Под цепочку провязываем столбик без накида. Раз, два, три. Столбики без накида провязываем 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом. Три воздушные петли. Раз, два, три. Под цепочку провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Раз, два, три. И в нашу воздушную петлю, вот мы провязывали в конце, в нее провязываем столбик с одним накидом. Вот наш пятый ряд. Для перехода на шестой мы провязываем 1 воздушную петлю, разворачиваем работу и в столбик с накидом предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Шестой ряд. 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В столбики с накидом провязываем столбики без накида. Раз, два, опять 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 2 столбика без накида. 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 2 столбика
без накида. У нас получилось 1, 2, 3. Четвертый раз вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем на крючок 2 накида. 1, 2. И в четвертую 1, 2, 3, 4 четвертую воздушную петлю провязываем столбик с двумя накидами. 1, 2, 3. Вот это наш шестой ряд. Седьмой ряд. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поворачиваем работу. Столбик с двумя накидами провязываем 2 столбика с одним накидом. 1 столбик с одним накидом. И 2 столбика с одним накидом. И опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Под цепочку из 6 воздушных петель предыдущего ряда провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом и 2 столбик с одним накидом. Опять 3 воздушные петли. Столбик без накида. 3 воздушные петли. 2 столбика с одним накидом. Три воздушные петли. Столбик без накида. 3 воздушные петли. 2 столбика с одним накидом. Три воздушные петли. Столбик без накида. 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом в нашу воздушную петлю. 8-й ряд опять 1 воздушная петля. Разворачиваем работу и в столбик с одним накидом провязываем столбик без накида. Вот у нас уже сколько связано нашей полочки. Восьмой ряд. Опять повторяем, чередуем 6 воздушных петель. 2, 3, 4. 2 столбика без накида.
6 воздушных петель. Два столбика без накида. Шесть воздушных петель. Два столбика без накида. Шесть воздушных петель. Два столбика без накида. Шесть воздушных петель. И последний раз мы делаем столбик с двумя накидами. Раз, два, три, четыре. Четвертую воздушную петлю провязываем столбик с двумя накидами. Все. Больше прибавлять мы полочку нашу не будем. Теперь она у нас будет идти вот по этой толщине. Эта толщина у нас, ширина 15,5 сантиметров, вот отсюда до сюда 15,5 сантиметров. И дальше, начиная с 9 ряда, мы будем вязать с шириной 15,5 сантиметров. 9 ряд. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем работу. Под цепочку из 6 воздушных петель предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Три воздушные петли. Раз, два, три. Два столбика с одним накидом. Раз столбик с одним накидом. И два столбика с одним накидом. Опять три воздушные петли. Раз, два, три. Столбик без накида. Три воздушные петли. И два столбика с одним накидом. Все. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда провязываем опять в нашу воздушную петлю столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. Разворачиваем столбик без накида. Вот наш 9 ряд. 10 ряд. 6 воздушных петель. 2 столбика без накида. Шесть воздушных петель.
2 столбика без накида. И так чередуем до конца ряда. Последняя цепочка из 6 воздушных петель. Раз, два, три. В третью воздушную петлю провязываем столбик без накида. Или можете просто под цепочку, как кому нравится. Вот, видите? Дальше мы уже нашу полочку расширять не будем. У нас идет уже стабильно одинаковая ширина. Тринадцатый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Повернули работу, накид. В эту же самую петлю провязываем столбик с одним накидом. Дальше 3 воздушные петли. Столбик без накида, 3 воздушные петли, два столбика с одним накидом. Заканчиваем 13 ряд, провязываем столбик с одним накидом в нашу воздушную петлю. Дальше переходим на 14. 1 воздушная петля, разворачиваем работу и сюда же провязываем столбик без накида. Продолжаем вязание 14 ряда. 6 воздушных петель. 2 столбика без накида. 1 столбик без накида. И 2 столбик без накида. Итак, вяжем весь ряд. Завершаем 14 ряд. 6 воздушных петель. Подошли к последним, крайним двум петлям. То есть здесь у нас идет столбик с накидом. Мы в него провязываем один столбик без накида. И цепочка из 3 воздушных петель, тоже в нее провязываем столбик без накида. Вот так мы завершили ряд. Для следующего ряда мы провязываем опять 3 воздушные петли. Разворачиваем работу и из 2 столбика без накида мы провязываем столбик с одним накидом. Это у нас будет начало следующего ряда. Итак, мы будем вязать до 23 ряда включительно. Узор состоит из 2 рядов. 13-14 ряд. Повторяются
до 23 ряда включительно, а там мы будем вывязывать пройму, но это уже на следующем уроке. На сегодня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, что все было понятно. Всего самого доброго. Дерзайте.